генератор точка Укр. Вопрос, который все волнуют, как сэкономить, как купить такой вот или такой вот трактор дешевле. Оставайтесь, расскажу все. Полетели. Все. И это 454-й Фотон Лаволк с кабиной, пишут многие в интернете про отечественный автопром, который не делает достойную технику, что это китайская, продается втридорога. Как купить, грубо говоря, дешевле? Смотрим объявление, открываем OLX. Открываем OLX, находим такой трактор, 60-80 тысяч, такие объявления есть. Звоним туда, общаемся с теми парнями, которые этим занимаются. Скидываем предоплату на карту 4,5 тысячи, 3,5 тысячи, и потом ждем. А потом все равно звоним в нормальный магазин вроде нашего. Поясняю. Канал и наш YouTube канал в первую очередь создан для того, чтобы вы реально могли посмотреть и оценить реальную технику за реальную стоимость, то бишь китайские мини-трактора, которые сейчас привозятся в Украину за ту цену, которую они в принципе и стоят. Да, мы делаем небольшие скидки, мы делаем акции какие-то, мы можем вам при заказе с навесным оборудованием сделать трактор дешевле. Но цен 60 тысяч за кабинник новый не бывает. Цен вот 40 тысяч за такой Донфэнг тоже не бывает. Друзья, смотрите на вещи реально. И если вы ищете такое, то смысл того, что вы набираете и спрашиваете, задаете такие вопросы. Мы работаем честно, мы работаем без предоплаты, мы предоставляем все услуги по гарантийному обслуживанию. То есть мы забираем технику на сервис, это все происходит бесплатно, мы высылаем все запчасти, которые нужны. Если вы ищете дешевле на 50, на 40 долларов, обзваниваете всю Украину по 10 тысяч раз и спрашиваете, как можно сделать еще дешевле, потом скидываете, когда вам звонят, хотят пообщаться, то, друзья, вы экономите на своем же сервисе, вы экономите на том же отношении, которое будет к вам, когда вам будет предоставляться обслуживание, потому что такие, грубо говоря, барыжные магазины, которые продают 16-го года, 17-го, мототракторы 12-сильные с переклеенными наклейками, там, Scout 15 или Scout 18, они также точно относятся, как и при продаже, также точно будут относиться и при обслуживании данной техники. Поэтому, друзья, либо вы покупаете в сертифицированном магазине, набираете, обращаетесь, да, вы можете заплатить там на 100 долларов больше, чем вы бы нашли, если бы очень сильно всем понадоедали, но вы получаете качественный товар, получаете в срок, получаете доставку без предоплаты, получаете гарантийное надлежащее обслуживание, получаете технику, актуальную технику, которая в ходу, то бишь на которой есть все запчасти, то бишь на которая простая и недорогая в обслуживании. Мы не занимаемся там, есть там, допустим, мототракторы Клаус, там мототракторы, там ДВ, многие модели, которые очень проблемные в том плане, вы их купили, и потом там запчасти найти на них нереально, потому что там же производство закрылось в 16 году. Мы все это знаем, все это подскажем. То бишь, вот с таким отношением, да, без проблем, обращайтесь, с радостью вам поможем. Если же ваша цель просто банально сэкономить, это будет разумная экономия. Это будет те там 100 долларов, 2000 гривен, которые вы переплатите, но вы получите, так сказать, обслуживание, сервис и отношения соответственно. А если вы будете искать и обращаться к всяким перекупам и всяким площадкам, вот, то тогда, соответственно, и тоже такое же вас ждет обслуживание, и такое же вас ждет, такой же вам приедет, грубо говоря, трактор. Поэтому, друзья, призываю всех быть бдительными, раз, не вестись на мошенников, призываю всех разумно экономить, то бишь на официальную дистрибьюторскую технику. Вот. И желаю всем добра, удачи. Кому интересна данная тема, не забудьте подписаться, не забудьте поставить лайк, поддержку видео, чтобы его увидело как можно больше людей, чтобы предупредить людей, уберечь от попаданий на разводы, попаданий на мошенников, попаданий на нечестных продавцов. Вот. С вами был мини-трактор.укр. У нас скоро выйдет снова видео по мошенникам в OLX, которые пытается продать вот такую технику по 40 тысяч. Постараемся как можно больше номеров вывести на горячую воду. Так что будет интересно, будет весело.
подписывайтесь. Всем всего хорошего. До свидания.